Сейчас мы с вами посмотрим вот этот вот полет, который мы совершили во время поездки в Аспен. Это когда в трансляции перископа к нам бежали копы. Да, здесь нельзя было летать, ну там бла-бла-бла и все прочее. Вот сейчас вот этот вот полетик мы с вами посмотрим. И я немножко покомментирую. Кстати, вот эта пушка, где мы стоим, пушка, вот эта вот большая-большая черная штуковина, стоит снегонагнетатель. То есть это же вот горнолыжный курорт. И вот эти вот полосы между деревьями, вот эти дорожки, это и есть лыжные трассы. Это маленький городочек, где мы тогда остановились на Labor Day. 1 мая отмечали, когда я транслировал и показывал, как буржуи отмечают 1 мая. Это все отели. Это все отели. Один краще другого. Мы немного покатались по этим отелям, посмотрели. Цены разные, цены разные. Ну, в общем, можно остановиться и за $150 за ночь, можно остановиться и за $700 на любой цвет и вкус. Зимой, конечно, я представляю, там просто безумие. Безумие, это все очень круто, потому что у тебя отель и сразу подъемники возле двери. Ну, это важно. Конечно, в каждом отеле шикарные рестораны, шикарные бассейны, шикарные сауны. Ну, то есть есть где действительно здорово провести время. Мы, возможно, если меня не переманит Майами, то Новый год мы поедем отмечать сюда. Да, я бы хотел отметить со своей семьей в снегах. Там действительно будет очень здорово. Знаете, снять заснеженные варежки, подойти к камину, погреть руки, выпить горячую чашку латте с дабл карамель, вечером посидеть у камина вместе с Анютой и попить чай. Посмотрите, очень красиво, чистенько, знаете, все ухожено, ну шикарно, шикарно. Аквапарк там вот есть, очень много гольф-полей. Вот это вот слева как раз это подъемник. Это вот станция подъемника, где ты можешь подняться. Вот. Бассейны разные, есть у кого-то больше, у кого-то меньше, но они, конечно, все классные. Мне очень понравилось, когда мы полетали, это было очень здорово. И удивительно, очень хорошо работал интернет. Очень хорошо работал интернет, никаких сбоев не было, зависаний тоже не было. Вот, огромная благодарность компании DJI, конечно, ребята, вы с Фантомом 4 дали нам такую возможность снимать, ну, настолько интересные, качественные картины. Вон, видите, мальчик бежит, по полю с мячом, да, все очень четко видно. Здания, конечно, все очень красивые, дорогие. Качественная отделка, качественное обслуживание, все очень приветливые. Мне очень понравилось. Это недалеко от Аспена, ну, буквально, наверное, 1:20. То есть мы не стали останавливаться в Аспене, потому что совершенно ни к чему там. Отели все переполнены. И мы случайно нашли это место. Это действительно такое местечко, о котором не все туристы знают. Ну, точнее, даже мы разговаривали, я говорю, вы видели здесь много русских туристов? Он говорит, очень редко и непонятно по каким причинам, но вот это место, оно намного интереснее. Я вам, ребят, скажу, что кто посмотрит это видео, вы прекрасно поймете, что это действительно зимний курорт, зимний шикарный курорт. И если у вас будет желание приехать, дайте мне знать, я вам маякну, где это находится. На самом деле прекрасное место. Вот, и мы остались очень довольны. Мы отдыхали там 2 дня. Но за 2 дня мы, конечно, ощутили, вот понимаете, вокруг нас вот эти вот горы, скалы, а ты в такой цивилизации находишься. Я, конечно, очень люблю и походный вид отдыха, то есть отдыхать в палатках, да, но вот именно такой отдых у камина я люблю, наверное, больше все-таки. Да, я нахожу в этом романтику, я нахожу в этом ощущение комфорта, ощущение радости. Знаете, если тебе еще какой-нибудь жужуба, так мы называем с мисс Анютой, какой-то такой пирог,
с кремом, да, и если у тебя есть такой жбай и чашечка кофе, то вообще красота. Да, здесь зима будет бесподобна, просто бесподобна. Мы обязательно сюда приедем, я сниму репортаж, и мы также полетаем, и потом обязательно сравним вот эти вот, этот сюжет полета осенью, потому что это мы осенью, да, и сравним полет, конечно, зимой. Красота. Ребята, если вам понравилось это видео, давайте договоримся. Не забывайте лайки, лайки, лайки. Мы все это делаем, вот поверьте, не ради денег, а, надеюсь, пока ради лайков. Поэтому, если есть возможность, пожалуйста, поставьте нам лайки. Все, увидимся с вами. Был Олег за Бугром Лайф. Пока!